Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня у нас вторая распаковка с сайта Shein. Это одежда и самый большой заказ за последнее время. Обошелся он мне в $98. Здесь дофига всего. Что-то для мамы, что-то купила для Жали, что-то для Шелли. Поэтому давайте приступим. Пакетик у меня огромный просто. Сейчас буду открывать вместе с вами, ничего еще не смотрела. Я поняла, что я человек, у которого абсолютно нету силы воли. Пока я одевалась, красилась, я прям так и хотела сделать дырочку и посмотреть, что же внутри. Хотя, в принципе, я знаю, что внутри. Доставка у меня была транспортной компании Aramex. Абсолютно не реклама, но мне очень нравится эта транспортная компания, она крутая. Мне доставили прям домой. Это безумно удобно, бесплатно. Вы знаете, что я ненавижу почту. Пришел Твиксик. Изначально мне показалось опять, что здесь очень мало товаров, но на самом деле они просто очень герметично все запаковывают. Поэтому думаю, что все будет на месте. Итак. Первый пакетик, что-то фиолетовое. Я не заказывала ничего фиолетового. Странно, странно. Это не фиолетовое, это голубой комбинезон на лето. Взяла в размере S, посмотрим, правильно ли мне положили. Да, размерчик S, я думаю, что я влезу. Глянем, просвечивает или нет. Вроде как нет, материал приятный, но мне кажется, немножко будет мяться. Класс, мне нравится однозначно, здесь такой замочек. Кстати, этот товар единственный я покупала по скидкам. На сайте есть раздел сейл, и вот как раз таки эта красота из раздела сейл. Нужно погладить и померить. Комбинезончик однозначно очень крутой. Единственный момент, который меня немного смущает, что вот здесь немножко топорщится. Вроде как сзади я все это завязала крест-накрест. И по идее таких проблем не должно быть. Учитывайте этот момент. Почему-то вот в этой области как-то не очень смотрится. А так в общем и целом очень красиво, нежно. На лето самое то, ничего лишнего не видно. Очень скромненько, модно, классно. В общем, мне нравится. Если опять же не учитывать вот этот вот момент. Следующее, что мы сегодня будем рассматривать, то, что я больше всего ждала, это футболочка с очень интересным рукавом. Размерчик у меня S. Да, надо было брать, кстати, XS. Я очень долго думала брать S или XS, и сейчас понимаю, что надо было все-таки брать XS. Не просвечивает, это тоже очень важный момент. Цвет значительно отличается от картинки. Там он был более голубой, а на самом деле он немного даже сероватый. Ну что, футболка мне нравится. Фасончик классный, сидит обалденно. Но что делать вот с этой вот штукой? Мне кажется, как-то неестественно, она странно стоит. Не могу сказать, что прям на 100% довольна покупкой именно из-за вот этой области. На фотографии все смотрелось немножко по-другому. Эта часть очень аккуратно прилегала вот таким вот образом. То ли на мне так сидит, я вроде и погладила. Но все равно ситуация, как вы видите, не исправилась. Обожаю распаковывать посылки. В первый раз, конечно, я была настолько счастлива, прям невозможно было передать словами. В этот раз я как бы более спокойна, и нам помогает Твиксик. Еще одна прелесть. Внутри здесь такая штука, не знаю зачем. И маечка. Очень понравился такой принт с зеброй. Размеры, опять же, буду вам говорить, здесь не указан размер, к сожалению, но я думаю, что такие маечки, они как бы стандартные. Мне вообще очень легко подобрать себе одежду на сайте, потому что у меня стандартные параметры. Я не очень высокая, например, девушкам с ростом 1,75+, мне кажется, гораздо сложнее там выбирать платье, потому что они будут для них очень короткие. В кои-то веки я радуюсь, что у меня не модельный рост. Красивый принт, оптимальная длина. Очень нравится. Единственный момент,
момент, мне кажется, надо было брать чуть побольше размера. Это XS, и немножко в рукавах, мне кажется, как-то маловато. Мне, правда, не тесно, просто, мне кажется, со стороны такое ощущение, что футболка меня сжимает. Хорошо, что я вам сразу не выложила распаковку. Посмотрите, что здесь произошло. Здесь образовалась дырочка прям по шву. Но, если честно, обвинять прям сайт будет не очень-то и честно, потому что размерчик мне немного изначально был маловат. Возможно, из-за этого произошел такой вот казус, неприятный. Достаточно, но в любом случае, мне кажется, эти маечки, я вам оставлю обязательно ссылочку на все товары, которые я заказала, не стоит брать в слишком маленьком размере. Спрашивала вас в Инстаграме, стоит ли указывать цены, так как у всех разные. Я живу в Азербайджане, у меня одни цены, у вас в России другие. Платье в размере L. Цвет, кстати, темнее, чем указан на картинке. Очень нравятся швы, все аккуратненько сделано. Мне кажется, Шелли должно подойти. Вроде как она выбирала по размерной сетке. Не очень длинное платье. Можно даже себе тоже взять такое, только красное. Потому что стоило оно недорого, что-то в районе $9. По мне, это просто бесплатно. Если сравнивать цены у нас в городе, здесь получается чуток дешевле. Но, правда, в городе можно померить и все дела. Но для меня заказ вещей — это своеобразная игра. Я уже вижу, что все на месте. Как вы думаете, что здесь? Хотя мои подписчики из Инстаграма, наверное, уже знают, что я заказала. Потому что совсем я советовалась с вами. И то, что вы выбрали, я заказала. Вау, какой цвет красивой девочки! Но просвечивает, да? Хотя нет, не просвечивает, нормально. Слишком плотная ткань, тоже не тема. Размеры я обязательно смотрю, все свои параметры я оставлю в инфобоксе. Вы ориентируетесь на эти параметры и размеры, можете уже думать, какой брать себе. Но, к сожалению, у некоторых изделий нету бирки. Я взяла S. Все беру размеры S, но в последнем моем заказе, который должен прийти дней через 10, там я выбрала все платья в размере XS, и сейчас я просто сижу вот так вот и думаю, блин, только бы влезть. Не знаю, как вам, но мне очень нравится, безумно женственно смотрится, я обожаю кофты, топики, все что угодно с открытыми плечами. Плюс цвет, не ожидала, что он будет настолько насыщенный и красивый, глубокий. Даже думаю заказать в другой какой-нибудь расцветке. На мой взгляд, можно комбинировать как с обычными джинсами, так и красивыми юбками. В этом заказе большинство вещей — это вещи, которые действительно мне нужны. Не просто моя прихоть, а мне понравилось. Очень понравились вот такие вот бюстгальтеры. Господи, какая приятная ткань. Это очень круто, девочки. Это был сет, где было три вот таких вот бюстгальтера. Топики, конечно, это нечто. Такой приятный на ощупь материал. Это просто нечто. Вот этот топик я носила уже раз 5. Почти не снимаю. Каждый день я в этом топике. Вы сами знаете, как я люблю наряды с открытыми плечами. Но уже хочется отметить, что вот этот бежевый, он растянулся. Давайте сравним с белым. Видите, он достаточно хорошенько растянулся. Поэтому учитывайте этот момент, что эти топики, они недолговечны. Но, на мой взгляд, за эту цену даже не жалко. Больше всего у меня в ходу, конечно же, бежевый. Но, к сожалению, они продавались в сете. Ничуть не жалею о покупке. Мне они очень-очень нравятся. У нас бы в городе я за одну бы заплатила как за весь сет. Размер здесь стандарт, но я думаю, что многим девушкам он подойдет, начиная от S, заканчивая, наверное, где-то L, потому что очень хорошо все это дело тянется и круто фиксирует вашу грудь. Двигаемся дальше. Вы знаете, я очень-очень давно искала себе вот такие вот бюстгальтеры без лямок. Если честно, здесь материал мне нравится намного меньше. Не знаю, как это будет держаться у меня на груди. Вроде как читала отзывы, все писали, что круто. Я взяла в размере M. Вроде как нормально. Здесь есть небольшой такой пушап. И это тоже, кстати, сет. Есть еще такой же и черный. Очень хорошо держит грудь. Я взяла в размере M. Даже можно взять L.
обалденно держит грудь. Опять же, бежевый у меня постоянно в ходу, уже носила его. Очень понравилось. Черный у меня пока что в запасе, но тоже буду носить. Очень довольна. Если была такая возможность, я бы взяла два таких бежевых, но, к сожалению, они были вместе в сете. И заказать их можно было только вместе. Давайте уже закончим с этими всеми бюстгальтерами. Есть у меня вот такой вот. Один я купила для Жали, другой для меня. Причем они стоили одинаково, и даже не знаю, какой из них лучше. Это для более откровенных нарядов, как я понимаю, чтобы не было видно вот этой вот бабочки. А здесь для более закрытых. Сфотографирую, отправлю Жали, который ей понравится, завтра отвезу ей. А который не понравится, оставлю себе. Открываю, и я даже, честно, не вспоминаю, что же здесь должно лежать. Велосипедки! Я их искала полжизни. В прошлом году обошла все магазины. Они очень короткие, кстати. Я думала, что они будут значительно длиннее. Вот это, кстати, разочарование. Посмотрите, какие они короткие. Вот. А хотя на картинке казалось, что конкретно длинные велосипедки. Настолько короткие в форме трусов я, конечно, не хотела. Но материал очень приятный на ощупь. Теперь не знаю, с чем это можно комбинировать. Очень странно, кстати, было очень много фотографий, которые я смотрела. Там велосипедки доходили чуть ли не до колена. После примерки мое мнение кардинально поменялось. Мне очень они понравились, и длина, и цвет, и материал. Почему-то, когда я их только взяла в руки, мне показалось, что они будут где-то посюда. Но на самом деле нет. Отличная длина, как раз таки то, что надо. Даже длиннее и не нужно. Буду носить, наверное, с этой футболкой. Может, буду здесь завязывать, что-то придумывать. А может быть и просто вот так вот. Очень понравились. 5 из 5. Еще одна очень полезная вещь – это лямки для бюстгальтера. Правда, я заказывала 3 пары, видимо, пришла только одна. Нет, мои хорошие, я ошибаюсь. Вот еще. 3 пары стоили всего $1. На лето понадобится нужная вещь, почему нет, решила заказать. Я приятно удивлена. Должно было прийти 3 пары лямок, а пришло 4. Я не знаю, это ошибка или какой-то комплимент со стороны Shein, но вот такая вот ошибка произошла. Но мне все равно приятно. И последние 2 заказа. Это для моей любимой мамочки. Это, конечно, самый волнительный момент, потому что большие размеры стоят значительно дороже, чем маленькие. И я очень боюсь, что мама в это не влезет. К сожалению, сейчас на ней я вам показать не смогу, потому что мама сейчас у дяди. Но я думаю, когда она придет, обязательно во влогах я вам продемонстрирую. Хочу отметить, что цвет обалденный, как на картинке. Материал неплохой, что-то в районе того, что есть у меня. У меня есть розовый такой костюмчик, который я показывала в прошлой распаковке. Кстати, ссылку на прошлую распаковку я вам оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите, если вы еще не видели. Что касается штанишек, это 5XL. Резиночка тянется, и я думаю, что мамочка точно влезет. На лето идеальный костюмчик с таким модным и красивым орнаментом. На мой взгляд, костюмчик сел просто обалденно. Маме не нравится. Она говорит, что очень сильно полнит ее. Не могу не согласиться с этим моментом, но это оверсайз. Так и должно быть. Правда, моей мамочке это не объяснишь. Ей не очень нравится. Думает, что на размеры 2 надо было меньше заказать, но по мне очень даже ничего. А вы свое мнение пишите в комментариях. По мне и расцветка такая достаточно модная, красивая. И сидит очень даже ничего. Но самое главное, чтобы это нравилось маме. А маме, к сожалению, не нравится. При первом заказе я даже не знала, что там есть определенный раздел с большими размерами. Надеюсь, что размерная сетка соответствовала действительности. И еще взяли одно платье. Вау, какой материал классный. Здесь уже 4XL. В общем, вот такой вот принт, снизу расклешенное. Мне очень нравится. Надеюсь, что мама тоже останется в восторге. Края прострочены просто замечательно. Длина, конечно, оптимальная. Маме платье понравилось. Материал очень приятный на ощупь. Сидит тоже неплохо. Рукава вот такие вот. Правда, на фото не совсем было понятно, какие рукава. Но в любом случае смотрится очень даже ничего.
по фигуре села отлично. Если у вас тоже мамочки носят плюс сайз, то обязательно берите. Ссылочку я вам оставлю внизу. Как хорошо, что я сразу вам не сказала свое мнение. В процессе глажки посмотрите, что произошло. Это без особого механического воздействия. Само по себе просто разваливается платье. Не могу сказать вам, что могу посоветовать. К сожалению, качество оставляет желать лучшего. И еще это платье не пережило стирку. Твикс не дает снимать. На этом все. Вот это был сегодняшний заказ. Надеюсь, что он вам понравился. А в ближайшее время вас ждет очень интересный заказ. Там, наверное, 5 или 6 платьев супер крутых. Платья все в размере XS. Не знаю, влезу или нет. Хочу, чтобы все это облегало и подчеркивало мою фигуру. А вы не забывайте подписываться на мой канал. Не жалейте лайки и ваши комментарии. Всех люблю, целую. Пока.